Холодно стало, осень настала. По этой причине в прошлом году в ряде чебоксарских дворов не успели закончить работы по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас они продолжаются. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Погода была виновата или что-то еще, но осенью прошлого года дворы, которые благоустроили по программе формирования комфортной городской среды, благоустроенными как-то не выглядели. Тогда городские власти обещали, все доделаем летом. Лето наступило, и в дворах действительно начались работы. Жители 27-го и 29-го домов по улице Хивежская в целом обновленным двором довольны. Порадовала эта детская площадка. Порадовало то, что вот в этой части двора было сделано на освещение. Теперь вот в темень мы заходим, у нас светло как днем. Были сделаны замечания в прошлом году. Мы написали даже письмо по недоделкам. Недоделки касались вот этой детской площадки в отношении этих вот дорожек. Сейчас проводятся эти работы, но они еще не завершены в стадии, как говорится. Будем надеяться, что эти дорожки доделают и до этой площадки спортивной хорошо можно будет подойти без грязи. Проверить это можно будет в конце месяца. Такой срок дают в администрации района. Ну а пока... К нашей работе пока замечаний не было, потому что еще не было приемки. Вот что было сделано в начале ноября во дворе по улице 50 лет октября 12. Теперь территория выглядит так, но до полного благоустройства еще далеко. К примеру, на детской площадке до сих пор нет специального покрытия. В прошлом году выполнили те работы, которые мы смогли выполнить. В 2017 году. И часть работы оставили на 2018 год. Это в том числе покрытие на этих спортивных площадках, которые в прошлом году невозможно было сделать. И часть территории, тротуаров, которые не были включены в проектную документацию. В целом по городу сейчас доделывают начатое в прошлом году благоустройство по 21 адресу.